Ну что, народ, я вот хочу попробовать вам черепашку показать. Здесь люди стоят, народ стоит, черепахи снимает. Это вот Black Sand Beach. Черный песок. Вот так, смотрите, вот так, смотрите. Вот. И, шо, и вода ледяная, как в Портленде. О, черепаха! Вон черепаха, смотрите. Вон там черепахи. Да, ну, ну, черепашка вот есть. Люди вот здесь снимают. Так что... Как-то так. Черепахи охраняются законом Америки. В Гавайях она считается богом здесь. Это одно из божеств их. Так что, если будете на Гавайях, черепах запомнить трогать нельзя. Троньте пальцем, это ее божество. Так что у них богов много. Ну, вот там они плавают, вот там черепашки вон там. Как голову вытаскивает. Сейчас снять их. О, видите, вон вытаскивает голову. Так что, ладно, нету черепах. Есть черепахи две, но они не выходят почему-то. Хотела бы их видеть, но нема. Где они? Черепахи. Если вода уйдет. О, вышла, вот вышли. Когда вода выходит сзад, она выходит. Так, когда вот водичка выходит, они выходят. Вон черепашки. О. Вот сейчас должны быть. Вот вода уходит. Как-то так. Ну все. Вот так. О, черепашка вот тут. Вон черепахи, вот. О. Yeah, last time I was here, there's so many of them. So many of them. Just walking there. Today, not just one in the water. It's hard to see. Oh, there you go. Ну вот так, все. Вы уже меня забрали уже экстра минуту, так что все, мы уже должны выходить. Всем пока-пока. Вот так люди вон снимают. Вот так вот здесь. Такой Black Sand у нас. Видите, вот как уголь. А может, а есть уголь, не знаю. Вода холодная, как в Орегоне. Так что вот так вот, как-то так. Пока-пока.